С высоты птичьего полета необъятный лесной массив, парк Раздолье, площадь более 47 гектаров, место оборудовано всем необходимым для активного отдыха. Сюда очень много москвичей приезжает, я не знаю, просто я снова начинаю гордиться нашей родной Барвихой. Веревочный парк с трассой почти 2 километра, площадки с уличными тренажерами, амфитеатр со сценой и воздушный лабиринт, 12 километров пешеходных и велодорожек и видеонаблюдения. Конечно, это все есть в разных местах, да, в разных парках по отдельности. В чем уникальность этого парка? Это все сконцентрировано здесь. До парка можно добраться на электричке белорусского направления до станции Усово. Северная сторона парка примыкает к железнодорожной платформе «Раздоры». Для автомобилистов предусмотрено 3 парковки вместимостью более 150 мест. В субботу, 27 июля, в парке «Раздолье» состоится торжественное открытие. Интерактивная программа и театрально-цирковое шоу. Для гостей праздника организуют спортивные соревнования. И будет работать сразу несколько точек питания. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».